Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Здравствуй! У тебя есть? Помни! Что придумал? Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я, или в грезах Асвард. Что при... Здесь...
весь наш товар проверен временем. Благодарю. Без сомнения, скоро мы увидимся. Эти новые видения тревожат. Ненавижу лишь я. Эти новые видения тревожат меня.
вижу лишь я? Или в грезах Асвард-Альфахейме кроется что-то еще? Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Не стоит привлекать внимание. Мы справимся, друзья. Попробуем зайти сзади. Тебя! Сейчас ты сдохнешь.
С Льюфвиной обосновались рядом с портом. Кто-то должен знать, где их найти. Thank you.
Ступай же. Здесь у нас дела ведутся честно. Ты верно смотритель порта? Что, меня все знают? Тебя все ненавидят. Как я уже сказал твоему другу, если твои товары изъяли, обратись к совету. Эти торговцы мне не друзья, но я ищу кое-кого. Хьора Ильюфвину. Ты знаешь Хьора Ильюфвину? Какое у тебя к ним дело? Мы знали друг друга еще в Норвегии. Я оставил в прошлом ту страну, но не друзей. Тогда знаю, у них в Йорвике прекрасно идут дела. Я не удивлен. Они бойкие, как и я. А сейчас я хочу увидеть их снова. Иди к большому дому, где вокруг цветы. Хьор и Льюфвина живут там.
Может, заплатишь мне за сведения? Может, отрезать тебе язык? Забудь, что я говорил. Большой дом. Хьор и Льюфвина не теряли времени даром. Нападут, как только увидят. Покажи мне все. Вот и их дом. Дом кто-то ограбил. А мертвец, что лежит здесь, ни Хьоры, ни Льюфвина. Разбросанные свитки. Вор что-то здесь искал. Завязался бой и продолжился снаружи. Здесь только кровь. Куда же они пошли? Это кто-то из грабителей? След ведет дальше. За Тенгри и за Бьярмию! Льюфвина! Кто это? Покажись! Живо! Это я, Льюфвина! Эйвор! Эйвор?
Что? Кто тебя послал? Ты с ними? Тише, Льюфвина. Успокойся. Ты же знаешь, что я друг. Точно? Появляешься здесь вот так. Меня пытались убить. Я слышал, что в Йорвике беда. Вот и пришел, чтобы помочь. Клянусь честью. Прости, Эйвор. Глупо было тебя обвинять, но настали тяжелые дни. Кто они? И зачем ты им нужна? А вот зачем. Не знаю почему, но они хотели убить меня из-за этого. Подписано «Бедный воин Христов». Знаешь его? Я видел такое письмо раньше, в Люндоне. Йорвику грозит беда. Где сейчас Хьор? В королевском дворце, я провожу тебя. Опусти капюшон, здесь небезопасно. Если меня узнают, будет плохо. Они еще ищут меня. Пригнись, мы проскользнем мимо. Я случайно услышал... Она где-то рядом. Гляди в оба. Хватит дурачиться. Идем. Ты видел женщину из Бьярмии? Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Я не видел ее, клянусь. Ты ничего не слышишь? Теперь нам ничего не грозит. Боги, Эйвор, как же ты вовремя появился? Это судьба. Я надеялся, что мы увидимся вновь, правда, ждал более спокойной встречи. Мы бежали от одной беды лишь для того, чтобы навлечь на себя другую. Пока король Риксик думает только о нехватке денег в казне, люди из Алой Руки держат всех в страхе. Те, что напали на тебя? И да, и нет. Это лишь разбойники, им кто-то отдает приказы. Наверняка те, чьи имена в этом письме. И я здесь для того, чтобы убить этих людей. Здесь только прозвище. Это может быть кто угодно. Грязь часто попадает на улицы из водостоков замка. Искать нужно среди тех, у кого власть. То есть в совете? Хьор в нем состоит. Это нам на руку?
Мы можем довериться ему в поиске ответов. Да, мы почти на месте. Вот и Хьор. Хьор, смотри, кто здесь. Я рад вновь видеть тебя, друг мой. Здесь, в Йорвике, рады всем. И я рад тебя видеть, Хьор. Вернее, вас. Скажи, зачем ты здесь? Ты же не ради Йоля проделал такой путь. Я здесь, чтобы предостеречь тебя, друг. В твоем городе гниль. Три порочных, опасных человека. Только вместе мы сможем разоблачить их и убить, прежде чем они обретут власть. Помогу, чем смогу, я готова. Не спешите. Эйвор, мы не можем бегать по всему городу, обвинять всех подряд и убивать. А они могут, Хьор. Что? Эти люди подослали к ней убийц из Алой Руки. Они готовы на все, лишь бы их не раскрыли. Но не вышло. Это письмо прислали к нам домой. Игла, головня и тайник. Все они состоят в некоем ордене древних. Это их вымышленные имена, их след. Ты слышишь, Хьор? Ему это все хорошо знакомо. Эта гниль смогла просочиться в Йорвик. Но король Риксик слишком занят, а значит и я тоже. И совет к тебе не прислушается. Да и мне этот совет ни к чему. Все, что вы слышали, должно остаться между нами. Но ты должен представить меня королю. Мне нужно его согласие, чтобы нам никто не мешал. Пикты побеждают в войне. Нам понадобится каждая унция серебра, чтобы прокормить наших воинов. Это понятно, Фаравид. Но мы обязаны позаботиться и о жителях города. Йоль уже совсем скоро. Хватит. От ваших споров уже голова болит. Хьор, я не знал, что у нас здесь гости. Причем без моего дозволения. Значит, так ты встречаешь всех, кто к тебе приходит? Или только тех, кто хочет помочь? Прости, мой лорд, это... Эйвор из клана Ворона. Не представляйся, я знаю, кто ты, Риксик. В Йорвик пришла беда. Да, я на нее смотрю. Беда, что чуть не лишила меня друга. На Льюфину напали люди из Алой Руки. Ворвались в дом, разгромили все и гнались за ней по улице. Снова эти негодяи! Она выжила, но от Алой Руки в последнее время все больше бед. А какое тебе дело? Ты что, какой-то странствующий наемник? Нет. Это Дрэнг Ярла Сигурда. Они заняли наш старый лагерь у реки Нэн. Я Фаравид, правая рука Хальфдена Рагнарсона. А этот толстый транжира Аудун, рив Йорвика. Я видел такие шайки смутьянов прежде. Стоит утратить бдительность, и вот они всюду, как сорняки. Если их не трогать, скоро Йорвик окажется в их власти. Плохо для тебя, плохо для Хальфдена. Ох ты! Чего ты хочешь? Расскажи мне все, что знаешь об Алой Руке, и я избавлю тебя от них, а твои дела меня не касаются. Они запустили руки во все сундуки города. Нападают на знать, торговцев и всех, кого могут запугать. И да, их становится больше. Я предпочел бы покончить с ними до Йольского пира. Нельзя просто закрывать на это глаза. Не можем сами избавиться от Алой Руки. Поручим дело Эйвору. Делай, что должно, только без шума. Не хочу, чтобы об этом знали. Хьор, выдели деньги на еду и эль для людей Фаравида. При этом оставь что-нибудь для праздника. Но я же говорил, у нас нет... Найди. Я все сказал. Где взять столько серебра? Где? Ограбить дракона?
Пойдем. Провожу тебя к Люфвине. Она знает, с чего начать. Кажется, разговор прошел не так, как тебе хотелось. Нет, все в порядке. Риксик не станет мне мешать. Все понимают, от алой руки нужно избавиться. Но прошу, никому ни слова. Я могу доверять только вам двоим. Простите, что я не пошла с вами. Меня утомляют эти перепалки. Любовь моя, это ты меня прости. Я тебя не защитил. Чепуха. Тебе нужно исполнять свой долг. К тому же пара мерзавцев не повод для беспокойства. Я так рад, что ты цела. Эйвор, мне пора. Если что, я буду поблизости. Да уж, тебе палец в рот не клади. Старые привычки, что делать? Хьер изменился, стал спокойнее. Это все власть. Викинг перестает быть викингом. Я рад за него. Вы смогли многого добиться здесь. Возможно. Что это у тебя? Писание, Евангелие, Екклесиаст, Откровение Иоанна. Люди алые руки все это крадут. Да, теперь городом правим мы, но христиане могут поклоняться кому хотят. Скажи это алой руке. Аудун боится, что они попробуют пробраться в архивы. Мне кажется, есть какая-то связь между этим и беспорядком в порту. Зачем алой руке христианские книги? В этом весь вопрос. Как бы то ни было, они идут на все, чтобы их заполучить. Они даже жгли живьем тех, кто отказывался выполнять их требования. Где в этом городе больше всего книг? В архивах. Но Алая Рука пока не осмелилась туда сунуться. Аудун глаз с архивов не спускает. Надо туда заглянуть. Я наведался в порт, когда прибыл сюда. Спросил о тебе смотрителя, тот насторожился. Неудивительно. В казне вечно не хватает денег, и он сильно повысил пошлины. Говорит, якобы так решил совет. Хьор не стал бы так обманывать людей, даже по приказу Риксига. Смотритель порта – вор и негодяй. И его стоит припугнуть. Пожалуй, загляну-ка я в порт еще раз. Торговые склады. Там он хранит все, что отнял у купцов. Сейчас же этим займусь. Нет. Ты нужна мне здесь. Слушай, что говорят в этих стенах. Запоминай, кто как себя ведет. Любые мелочи. Я бы съела конское сердце, лишь бы пойти с тобой. Я знаю, друг мой. Ты предана мне, и потому нужна здесь. Я вернусь, когда что-нибудь выясню.